Медведи, попавшие в руки нелегальных торговцев животными или вынужденные ютиться в тесных цирковых клетках, смогли найти убежище в реабилитационном центре в Житомирской области, созданном фондом Four Paws. Сейчас в нем находится 5 зверей. Настю привезли из Луцкого зоопарка. На Маше раньше тренировали охотничьих собак. Борю выкупили у неизвестных продавцов журналисты и передали защитникам животных. Юля и Зоя 10 лет прожили в крохотных клетках, откуда их выпускали только для цирковых представлений. Зоя за эти годы практически потеряла зрение. По словам сотрудников, медведи постоянно исследуют свой новый дом и строят себе лежбище. Не только люди жить хотят, звери тоже. Им, конечно, лучше в дикой природе. Одному медведю где-то 500 квадратных метров нужно. Фонд стремится показать, что животные хотят жить на природе. В Львовской области Украины фонд сейчас строит новый приют для медведей. По плану он сможет вместить до 20 зверей. Дата его открытия пока не объявлена.